Всем привет, с вами я, Лена Смирнова, и сегодня я расскажу, как сделать вот такое вот приглашение на свадьбу своими руками. Давайте начнем. Итак, я беру акварельную бумагу размером 19 сантиметров на 15 сантиметров. Теперь беру доску для беговки. И на расстоянии 1 сантиметр от края провожу линию сгиба. С одной стороны и с другой. Теперь я лист переворачиваю и на расстоянии 5 сантиметров провожу тоже линию сгиба. Сгибаю. И теперь на расстоянии 8 сантиметров, ну точнее 7,9, где у меня вот эта высечка, провожу тоже линию. Это будет заготовка для нашего конверта. Теперь дальше мы сделаем карман. Вот там, где у меня была линия сгиба 1 сантиметр, я прорезаю до первого сгиба и здесь срезаю под углом. Также вот здесь где-то на расстоянии 1,5 сантиметра тоже срезаю. Здесь у нас будет обработка декоративным драколом. То же самое делаю с другой стороны. Прогибаю сгиб. Теперь обрабатываю край вот таким драколом. Вот это у нас получился сам кармашек. Здесь у нас будет лежать сам текст приглашения. Заготовка у нас готова. Теперь для оформления этой заготовки нам понадобится бумага. Я взяла вот такую вот бумагу свадебной тематики. Нам понадобится два прямоугольника размером 12,5 см на 14,5 см. На одном прямоугольнике мы также обрабатываем углы драколом угла. Итак, вот это у нас будет сверху, верхняя часть. И внутри мы ту же самую бумагу переворачиваем. И вот это будет внутренняя часть. Это наш конверт практически готов. Теперь мы сделаем такую красивую закрывашку. Я беру прямоугольник из той же акварельной бумаги размером 18 сантиметров на 5 сантиметров и обрабатываю оба края вот таким же драколом, который мы использовали внутри. Вот этот оставшийся край мы срезаем. Теперь на расстоянии 5 сантиметров проводим сгиб, сгибаем. И теперь, то есть для конверта я проводила сгиб на расстоянии 7,9, а теперь я проведу на расстоянии 8,2 сантиметра для того, чтобы у нас он легко снимался и одевался на конверт. Теперь я склеиваю сзади края.
Теперь для украшения я буду использовать такую же бумагу, которую я использовала на самом конверте. Ее размеры 2,5 сантиметра на 8 сантиметров. Вот так вот я ее приклеиваю. Теперь я беру вот такую вот ленточку. И также по центру приклеиваю ее сзади. Нам осталось наклеить вот такие вот контурные наклейки с надписью «Приглашение». И с этих же наклеек я возьму вот эти свадебные кольца. Итак, вот такое вот приглашение у нас получилось. Итак, вот такое вот приглашение у нас с вами получилось. Здесь вот эта вот часть снимается, и внутрь можно положить само приглашение. Его можно напечатать, например, на акварельной бумаге размером 7-12 сантиметров. Также при разработке самого внешнего вида украшения, пожалуйста, учитывайте количество гостей и сколько штук вам нужно будет сделать этих приглашений. Если их очень много, то сделайте дизайн попроще, чтобы вам было просто сделать много-много штук. Если вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, ставьте лайк, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на мой канал. С вами была Лена Смирнова. Пока!